Друзья, всем привет! Сегодня у нас эксклюзив. Я сейчас нахожусь в центре Челябинска, на новой набережной, которую доделывают. Давайте посмотрим, что вокруг меня. Так, значит, детская площадка большая, с разными аттракционами и так далее. Для маленьких совсем детей, повзрослее. Это у нас набережная, она идет до самого мегаполиса. Река Миас. Здесь место для представления, видимо, какое-то будет. Дальше недостроенное здание. Это по последней информации филармония. Планировали конгресс-холл делать. Сейчас будет филармония. А на обзоре у нас сегодня новый жилой комплекс по адресу Свободы 4, который уже вот-вот сдается и будет старт продаж. Вот этот красавчик. Ну что, пойдемте смотреть? Этажный монолитный дом, все квартиры в предчистовой отделке. Пойдемте посмотрим входную группу. Значит, это вот входной холл, керамогранит на полу, место для консьержа, и в конце у нас расположены три грузовых лифта. Вот. Я вам сегодня покажу несколько планировок. Это студия плюс спальня, полноценная душка и студия плюс две спальни. Основные планировки, которые более такие удачные. А вообще их больше, их порядка 9. Пойдемте смотреть. Итак, начнем с первой планировки. Это студия плюс спальня, 70 квадратов, которая вот мне больше всех нравится. Сейчас объясню почему. Итак, начнем со входа. Здесь сразу, смотрите, как удобно. Ниша под гардероб. Сразу при входе тоже у нас санузел просторный, 6 с небольшим квадратов. И смотрите окно. Кто мечтал о санузле с окном, вот ваша мечта может сбыться. Это необычно, но некоторые реально вот прям всегда хотели такой санузел. Дальше, значит, кухня-гостиная, 36 квадратов. Смотрите, сколько, 3 окна. Здесь выход на балкон плюс 2 окна. При желании можно зонировать, сделать здесь перегородку. У вас будет отдельно кухня, отдельно комната и еще комната. То есть будет двушка. Либо оставить так, как есть. Здесь ниша под кухонный гарнитур. Здесь у вас обеденная зона, выход на балкон. Там телевизоры и зону отдыха можно, да хоть где расположить. Здесь реально удобное расположение планировки. И самое клевое, смотрите, идем в спальню, 20 квадратов. Вау! Смотрите, какой вид, обалдеть! Окна в пол. Каждый день будете наблюдать вот такой прекрасный вид. Здесь достроят здание филармония, река Миас, парк, можно выходить, гулять. Здесь, кстати, стоянка для жильцов этого дома. Детская площадка вот там вдалеке. Вообще классно, клево. Так, и по отделке везде в квартирах выполнена предчистовая отделка. Стяжка пола, выровнены стены и электрика, дорозетка проведена. То есть это полноценная предчистовая отделка. Пойдемте смотреть дальше, следующие планировки. И хотелось бы показать лестничную площадку. Значит, смотрите, на полу тоже керамогранит.
стены декоративная штукатурка и вот холл, где лифты у нас, три лифта. Все в плитке, вот такой потолок интересный. Здесь, кстати, тоже подсветка, все сделано. Теперь полноценная двушка, квадратов 70, так же, как в предыдущей, да? Но тут уже отдельно кухня и две комнаты. Может быть, кому-то такая больше нравится. Давайте смотреть. Значит, вход. У нас хорошая, кстати, металлическая дверь, широкая. Сейчас покажу. Вот такая. Дальше. При входе санузел 5 квадратов. Квадратный, удобный расположить там. Ванна, туалет, раковина. Значит, это кухня. Ниша под кухонный гарнитур. Кухня 12 квадратов. Вот такое окно. Не широкое, но зато оно в пол. С прекрасным видом. За дом, на реку Миас, на парк. Идем в следующую комнату. Комнату 15 квадратов. Ну, это спальня. Либо детская. Это западная сторона, во второй половине дня солнце. И последняя комната, самая большая, 24 квадрата, окно, балкон. Это вот как раз для тех, кто, может быть, не хочет студию плюс две спальни, да, чтобы самое большое пространство было с кухней, да. Тут отдельно самая большая комната, она не студия, она отдельная, то есть у вас готовить будете там, отдыхать здесь, и основное время у вас, наверное, провождение будет здесь. Тоже окна в пол, классный вид. Идем смотреть студию плюс две спальни. И теперь мы в самой большой, одна из самых больших планировок в этом доме, студия плюс две спальни, 81 квадрат. Квартира для большой семьи. Итак, вход у нас. Значит, справа при входе санузел. 6 квадратов, довольно просторный, квадратный, удобный. Дальше, 26 квадратов, кухня-гостиная. Вот таким образом она расположена. Здесь ниша под кухонный гарнитур. Здесь зона отдыха, два окна, классно. Она просторная и очень светлая, с клевым видом из окна. Западная сторона, во второй половине дня здесь солнце. Идем дальше, значит... Дальше по коридору у нас спальня, 14 квадратов, вот такой непростой, да, необычной формы. Здесь спальня либо детская, кровать, я думаю, здесь, либо прям можно поставить напротив окна и наблюдать вот такой вид. Классно. Так, и вторая комната, это у нас... 20 с небольшим тоже квадратов. С окнами в пол. Это уже у нас вид на центр города. Вот башни Свободы. Там площадь Революции. Тоже за счет вот этих окон. Комната очень светлая. Да вообще вся квартира светлая, очень просторная. Есть в этом комплексе и небольшие квартиры. Вот одна из них, студия, 41 квадрат. Тоже очень интересная, смотрите. Вход справа, пойдемте посмотрим. Санузел большой, почти 7 квадратов. Смотрите, какой необычной формы. И опять же с окном. Санузел с окном, окно выходит на балкон, балкон этой же квартиры. Ну, здесь либо ванна, либо джакузи. И стиральная машина, встанет все что угодно. Санузел такой немножко вытянутый. Так, коридор. И вот основная комната. 20-26 квадратов. Здесь ниша под кухонный гарнитур. Можно либо углом сделать, либо просто прямо, чтобы много места не занимать. Два окна. Как же клево, когда много окон в квартире. Это так светло, так просторно. Здесь у нас кровать, либо здесь. Диван, телевизор. Ну, можно подумать, как сделать. И получается у нас сторона света южная. Южная сторона света. Здесь почти всегда солнце. Сейчас немножко у нас облачно, поэтому не так видно. На балкон, к сожалению, не выйти. Ну вот балкон, к
как раз идет, и там окно санузла. Вид на центр города. Вот такая необычная студия, клевая. Друзья, на этом все. За эксклюзивность ставим лайк. Кто не подписался, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие обзоры. Всем пока!